Thank you.
Продолжаем путешествие по Италии. Сейчас прозвучит соната Антонио Вивальди. Тоже венецианский композитор, скрипач, педагог. Он огромное количество сочинений оставил после себя. Был очень известен при жизни. Но вот после смерти его около 200 лет вообще не исполнялась его музыка. Только в 20 веке открыли его сочинения, стали исполнять. Причем до сих пор, в общем, много сочинений его до сих пор неизвестно. Сейчас мы сыграем сонату Вивальди, тоже в 4 частях. А еще я хотел сказать, что в конце жизни он уехал в Вену, из Венеции. Он прожил всю жизнь в Венеции и в конце жизни уехал в Вену. И вот там умер. Thank you.
Thank you.
Который
Ну, полжизни прожил в Германии, в Италии он был. Последние 25 лет он жил в Лондоне и даже получил английское подданство. Это композитор, который написал 40 опер. Он работал при дворе английских королей. И кроме опер он писал концерта Гросса, много скрипичной музыки. Вот сейчас мы исполним сонату, которая написана для скрипки в переложении для виолончели. Соната номер 3.